И смотрю, Аня лежит там, а у меня руки все в крови. И нож, понимаете? Прошу занести в протокол. Преступление было совершено моим подзащитным в состоянии сильного душевного волнения, то есть аффекта, вызвано тяжелым оскорблением со стороны потерпевшей. Она меня импотентом звала. Понимаете, сказала, что к любовнику уходит. Вы в момент ссоры были с женой гостиной. Там ужинали? А мы должны отвечать? Да, Евгения Ивановна, психолог-криминалист. Она здесь, чтобы оценить целесообразность назначения судебно-психологической экспертизы. У вас в гостиной хранится столовые приборы? Нет. Нож где взяли? На кухне. То есть она тебя обозвала импотентом. Ты пошел на кухню, взял нож? Ну да. Не было эффекта. Я протестую, это голословное утверждение. Он хотел убить жену и сделал это. Всего хорошего. Ах ты тварь!